сердце, говорю тебе. Эта фарфоровая сука точно нас подставит. Знаю, я буду осторожен. Ну да, никогда не поздно начать. В общем, чуть что, сразу сваливаем. Она всех выгнала. Херово. Ты пришел. Прекрасно. Давайте сразу к делу. Прежде чем обсуждать детали, я хочу кое-что объяснить. Ты имеешь право знать, почему я решила тебе помочь. Вы не знали, можно ли мне верить. Убил ли Юринобу вашего отца? Что с тех пор изменилось? Я все знала. С самого начала. Вы знали? Как и все члены правления. Никто из них не поверил в то, что моего отца могли отравить. Картина не складывалась. Слишком много деталей не совпадало. Раз вы все знали, почему ничего не сделали? Только вчера почувствовали угрызение совести? Разумеется, мой отец не был ангелом. Я не питаю иллюзий на его счет. Если надо было устранить врага, он отдавал приказ без колебаний. Юринобу считал это недопустимым. Но для отца цель всегда оправдывала средства. В жизни ему было важно только одно. Знаешь, что именно? Родственные узы. Да, семья. Я должна была быть ее хранительницей. Заботиться о ней, поддерживать мир. Соглашаться с ее решениями. Кажется, Юринобу получил немного другие указания. Юринобу поднял руку на отца. Но он один из нас. Он часть семьи. Я не надеюсь, что ты это поймешь. Просто хочу объяснить, как трудно мне было решиться на то, чтобы выступить против своего брата. Ну хорошо. Это ваш брат. Вам сейчас тяжело. Допустим, это я понимаю. А почему вы передумали-то? Я начала сомневаться еще во время парада. Мы получили предупреждение, что нарушены протоколы безопасности. Опасения подтвердились, когда я поняла, что штурмовая группа моего брата пришла не спасти меня, а убить. Да, Юринобу просто решил вами пожертвовать. Отец был прав насчет него. Юринобу никогда не думал о нашей семье. Моя роль... быть сердцем семьи. Пришло время семье Арасака прислушаться к своему сердцу. Оно укажет путь. Ты принес душегуб, как мы и договаривались? Держи ствол наготове, и ни слова. Душегуба у меня с собой нет. Мы ведь не так давно знакомы. Хочешь подстраховаться? Понимаю. Но в этом нет нужды. Мы здесь, потому что я могу спасти тебе жизнь. Я проведу тебя в Микоши. Как? Ее же не существует в реальности. Точка доступа туда есть, и она совсем рядом. Где? Здесь, в Найт-Сити, под Арасака Тауэр. Нам надо уходить. Быстрее. Уйти хочешь? Как это ты догадался? Блять, отвали и не мешай ее слушать. Это очень плохо кончится. Садись, у нас мало времени. А вот это уже интересно. Я вас внимательно слушаю. Мой брат? Чувствуешь? Вот так пахнет говно. Смотри, не вляпайся. Мы должны добиться, чтобы он ответил за свои поступки. Похоже, вы хотите отомстить за отца. Я хочу, чтобы в Арасаке все-таки узнали правду. И что вы собираетесь делать? Юринобу... Ханако-сама, скоро готитаку-ни омодори итадайте. Сугу-ни сумму ва. Юринобу скоро соберет заседание правления. Будут приглашены представители всех фракций. Это хорошая возможность рассказать им, как на самом деле погиб мой отец. Я приведу тебя на эту встречу, и ты дашь показания против Юринобу.
дашь показания. Слушайте, можно я скажу прямо? Помоги мне избавиться от Йоринобу, и я избавлю тебя от конструкта. Интересное предложение. Мне нужно подумать. Конечно. Только недолго. Ну, после парада Йоринобу насторожился. Он может что-то подозревать. Все, идем уже нахер отсюда. Все хорошо? Да, да, просто... У тебя идет кровь. Бля. Кажется, твое время уже на исходе. Лучше поторопись с решением. Да, я подумаю. Тебе нужно на воздух. Быстро. Я предупреждал. Ты что творишь? Нам, может, всего пару часов осталось. Посмотри, ты на ногах еле держишься. Зато я полон сил, и тело меня слушается. Понимаешь, к чему я клоню? Да, понимаю. И мне это не нравится. Я и сам пока еще... Посмотри правде в глаза. Выпей псевдоэндотрезина, подвинься и пусти меня за руль. Я привезу нас прямо в Микоши. Ага. И как именно? Без помощи этой фарфоровой пизды, это уж точно. В одиночку у тебя нет шансов. Вот поэтому... Я хочу взять с собой бестию. У нее есть еще порох в пороховницах. И она у меня в долгу. Может, лет 50 назад она бы и бросила все ради тебя. А сейчас вряд ли. Я ее уговорю. У нас обоих есть опыт в таких операциях. Ворвемся в Арасака Таур, как бывало в старые добрые времена. И разъебашим им всю Микоши к ебени матери. Других вариантов нет. Бестия? Ну, не знаю. Ты уверен, что она нам подойдет? С ее-то опытом, ее возможностями и связями? Боюсь, только она одна и подойдет. Джонни... Все будет нормально. Заберемся в башню, Альт откроет Микоши, а потом я внесу... Блин, ты опять отрубаешься. Тише, тише. Лучше не двигайся. Вик? Больно, я знаю. Ты бредил, когда пришел, так что я накачал тебя бета-галоперидол. Но светочувствительность — это хороший знак. Зрительные нервы не повреждены. А как... Как я сюда попал? Приполз сюда на последнем издыхании. Испугал Мисти до полусмерти. Скинул со стола пациента, которого я оперировал. И потребовал, чтобы я занялся тобой. Скажи, это был твой ангел-хранитель? Это, ну, был не совсем я. Знаю. Это меня и беспокоит. Вик, говори, в чем дело? Ты дошел до критической точки. Попробуй сесть. Осторожно. Попробую. Кажется, ощущения возвращаются. Не спеши. Очередная победа мирового масштаба. Вик, если хочешь что-то сказать... Говори. Сколько это еще будет продолжаться, Ви? Ты мне скажи. Судя по твоему состоянию, недолго. В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти. Ты откинешься где-нибудь в переулке. У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы, понимаешь?
Понимаю. Скажи, что мне делать. Опять. Тебе еще раз повторить, что ли? Все зависит от тебя, не от меня и не от этого, кто у тебя там в голове. Смотри, видишь вон тот столик? Да. А что такое? Там лежит последняя доза псевдоэндотризина. Подарок от Мисти. Хочешь дать волю голосам у тебя в голове? М? Давай, пыхни. И уйдешь на второй план. Или пойди другим путем. Закончи игру по своим правилам. Я тоже оставил тебе подарочек. Блокаторы. Если пройдешь эти несколько метров, дальше надеяться придется только на себя. Ну вот, это наш последний шанс. Я забираю управление. Эндотризин, Бестия, Росака Тауэр. Иначе ничего не получится. Завали хлебало, Джонни. Это мое решение. И мне надо его обдумать. Хочешь пораскинуть мозгами? Ладно. Ладно. Только не в этом подвале. Господи, Ви, ты думаешь вслух? А? Вслух? Что? Иди и сделай что-нибудь. Наверное, справлюсь. В общем, решай, Ви. Только сперва надо выбраться отсюда. Вик, ты столько для меня сделал. Я бы хотел сделать больше. Иди. Я буду закрываться. Ви, я слышала... Прими лекарства. Твои мысли. И вперед. До победы. Да, не лов. Спасибо, Вик. Обязательно. Не держись тут. Я знаю, что происходит. Удачи. И дальше ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться, я знаю хорошее место. Ладно, веди. Что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко. Джеки? А он-то здесь при чем? Увидишь. Пойдем. Кто? Джек? Вот и все, Чика. Мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентино. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя банда, правильный выбор сделать не получится. Да уж. Жизнь была несправедлива к Джеки. Но, несмотря на это, он смог поверить в себя. После того, как я привела его сюда. Ой, наконец-то выбрались на воздух. Видишь? Я прихожу сюда, когда мне надо подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди, пока все не обмозгуешь. Спасибо, Мисти. Тут правда очень круто. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одного. Сиди на здоровье. Ты меня напугал вообще-то. Думал, ты решил отчалить. Нет, я еще здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, все пойдет по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, чё будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. К
Колеса подождут. Я позвоню по нам. По нам? Просто хочу ее услышать. Очень надеюсь, что дело только в этом. Алло. Привет, Панам. Ты хоть знаешь, который час? Прости, пожалуйста, что разбудил. Ты ради этого позвонил? Извиниться, что прервал мой спокойный сон? Я сегодня должен кое-что сделать. Это будет опасно, мягко говоря. Но я должен. Что должен? Это не телефонный разговор. Тогда хватит ныть и говори, где ты сейчас. В городе? Да. Окей, тогда примасти где-нибудь свою задницу и жди. Я еду. Ты не понимаешь. Я уже не могу ждать. Это связано с тем, про что ты мне раньше рассказывал? Связано. Окей, слушай меня внимательно. Выход есть всегда. Делай вот что. Положи трубку, подыши немного и подумай над тем, что я сказала. Потом можешь позвонить еще раз. Мы договорились? Вместе мы справимся. Но... Не обсуждается. Поговорили? Даже не дала мне слова вставить. Ну и хорошо. А то бы ты еще чего лишнего наговорил. Хорошо, что позвонил. Мне, к сожалению, было некому. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить. Во-во, и не говори. А теперь я пытаюсь спасти твою шкуру. И спасу, будь уверен. Ну или позови Панам и ее гудронных крыс. Но тогда все они будут на твоей совести. Или заключи сделку с Арасакой. И всю жизнь жалей, что продал душу дьяволу. Предлагаю рискнуть и поставить на Арасаку. Это, блядь, что было? Твою мать, да что ж ты такой упрямый? У тебя научился. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Да, только не психуй. Честно говоря, мне абсолютно похер. Чувствую, ты еще пожалеешь об этом решении. Только когда это случится, я уже не смогу помочь. Понимаешь, может быть, это мой последний налет. Я хочу видеть, что происходит, все чувствовать. Встречи в Микоши. Джонни? Ну все, я один. Наконец-то. Я согласен на сделку. Ты не спешил. Йоринобу успел сделать ход первым. Какой ход? Мой брат попросил, чтобы я погостила у него в Норд-Оуке. Не можете уехать? Да. О моей безопасности заботятся его люди. Да, ну тогда ждите меня. Я умею вести переговоры. Благодарю. Где ты? У Виктора. В клинике. Она сразу за магазином эзотерика Мисти. Я пошлю за тобой кого-нибудь. Тебя подвезут к резиденции. А потом мы поедем к моему брату в Арасака Тауэр. Ви, это ты?
Или... Да, это я. И что теперь? Пока что жду машину. Заходи, подождем вместе. Раз ты все равно ждешь, может, тебе погадать? Окей, давай. Некоторые считают, что неопределенность — это зло, и гадают, чтобы от нее избавиться. Другим кажется, что все зло от перемен. Это тоже неправда. Мы меняемся каждый день, каждую минуту своей жизни. Бояться нужно не перемен, а того, в кого мы можем превратиться. Главное — знать, что идешь верным путем. Я придумала этот расклад специально для тебя и Джонни. Твое будущее — это его будущее. И наоборот. Окей, я готов. Начнем с тебя, Ви. Шут! Ха, кто бы сомневался. Теперь давай разберемся в его значениях. Шут символизирует начало путешествия и появление в жизни чего-то нового. Это внутренний ребенок. Любопытный, но наивный и легкомысленный. Напоминает Ви, с которым я познакомилась. Маг. Это талантливый и харизматичный человек. Лидер. Прямо как Джонни. Карта перевернута. Это может означать зависимость и психические расстройства. Да, это 100% Джонни. Он сам одно большое расстройство. Последние карты — это ваше будущее. Дьявол. У тебя, случайно, нет другой колоды? Повеселее. Это не смешно, Ви. Перевернутый дьявол значит подчинение. Потерю контроля. Это борьба. Агрессия, зло. Что бы тебя ни ожидало, считай это предостережением. Ладно. А Джонни? Луна. Ну, звучит вроде бы неплохо. Не знаю, Ви. Луна — это тайна. Это, кажется, за тобой? Стой, это что? Лимузин Арасаки? Все верно. Почему, Ви? Они же убили Джеки, а ты... Ты теперь с ними работаешь? Думаешь, я не помню? Мне тоже это не нравится. Но другие варианты были еще хуже. У тех, кто предает друзей, нет оправдания. Ты не можешь меня осуждать. Ты изменился. К худшему. Ви, я рад тебя видеть. Ты выглядишь как говно. Да, и чувствую себя какая все хуже и хуже. Дыра. Очень жаль это слышать. Нам надо идти. Подожди немного. Когда мы виделись в прошлый раз, мы говорили о конструкте личности, который будет влиять на твои решения. Той же самой личности, которая полвека назад взорвала две ядерные бомбы в Арасака Тауэр. А теперь ты с этим конструктом предлагаешь уладить конфликт в Арасаке. О чем ты говоришь? А тебе не сказали? Очень жаль. На его чипе записан Джонни, мать его, Сильверхэнд. Слышал о таком? Террорист? Да, но сейчас он не активен. Я принял бета-блокаторы, но до этого он, конечно, отговаривал меня работать с Арасакой. Так что засуньте свои подозрения поглубже, пока я не пожалел, что с вами связался.
Мне этого достаточно. Нам пора ехать. Ханако сама нас ждет. Допустим. Но я буду следить за тобой. Мы почти приехали. Почему она не звонит? Ханако-сама, ей могли отключить связь в резиденции. Что-то здесь не так. Если ты разобьешь машину, лучше не стать. Я вам не водитель, знаете ли! Я на это не подписывался. Никто из нас не подписывался. Ты не спишь. Даже не помню, как отрубился. Теперь не засыпай. Скоро приедем. Оружие на изготовку. Ты тупой? Держитесь, естественно. А в смысле, не надо этого. Просто сидите спокойно, и все пройдет гладко. Все в порядке? Боже правый! Эффектно и эффективно. Молодец. Чтоб вас всех! Что дальше? Нас к ней близко не подпустят. Мы не будем просить у них разрешения. Хельман, ты ищешь для нас Ави. Очень скоро здесь будет небезопасно. Ви, ты идешь со мной. Я в спальне, в центральной части резиденции. Андерс, нам нужно Ави. Но сперва мы нейтрализуем четверых охранников. Такемура, Ви, это ваше задание. Ага, нейтрализуем. Я забью их канал связи, чтобы не подняли тревогу. Я думаю, лучше пройти слева, через сад. Еще пятеро охранников снаружи и резидент в гараже слева. Они знают. Привезу их. Я всех до одного. Справа. Я иду к тебе. Большие потери! Быстро! Беги, найди Арасаку. Мы скоро к вам.
Приближаюсь к резиденции. Хорошо, садись у бассейна. Эти люди просто не оставили мне выбора. Вы еще не закончили. Вам надо успокоиться и взять себя в руки. Нет, не надо. Дело не в этом. Судя по всему, началась война. От вас слышать про войну страшновато, но, по-моему, вы преувеличиваете. Ты действительно так думаешь? Я просто считаю. Вы, я, Горо и Хельман — это четверо. Ну, 3,5. Есть еще Ода. Мы встретим его на месте. Быстро же он встал на ноги. Об этом позаботились лучшие врачи. Против всей Арасаки и ее армии этого будет недостаточно. Мой брат — это не вся Арасака. По крайней мере, пока. Он об этом знает. И потому окружает себя преступниками. Вроде Адама Смешера. Думаете, это меня утешит? Мы одни. И это факт. Мой отец тоже был один. И он построил империю. Слишком ли рано пить шампанское? Но если это тебя успокаивает, может, у кого-нибудь еще дрожат руки? Да, у меня с руками все в порядке. А со всем остальным, мне кажется, нет. Могло быть лучше. Что именно? Я иногда... Отключаюсь. Хельман? Могу предположить. Его центральная нервная система отмирает. Удивительно, что он вообще до сих пор может ходить. Смени тон, или сейчас тебе самому станет сложно ходить. Хватит. Нам надо спешить. Как только я рассчитаюсь с Юринобу, мы займемся тобой. У тебя уже все готово? Вполне. А, черт!
Тихо. Спасибо. Ты справишься. Мы уже близко. Такемура-сан, собирайте людей. Подними всех, кто остался нам верен. Мы будем ждать вашего сигнала. Ви, ты пойдешь со мной. Сюда. Тогда это последняя возможность. Для чего? Чтобы рассказать мне план. А если плана нет? Не делайте из меня дурака. Угу. В день парада у вас с Такемурой, кажется, он был план. Тем не менее, от него очень быстро ничего не осталось. И все-таки мы добрались сюда. Знаешь почему? Потому что иногда нужно смотреть правде в глаза. В тот день я так и поступила, благодаря тебе. Ты выглядишь как честный человек. Это ваш аргумент для правления Арасаки? Мне просто встать перед ними? С оружием наготове. То есть, если мои чары не подействуют, перейдем к другим методам. Понимаю, к чему вы клоните. Нет, пока не понимаешь, как и все они. А куда мы идем? Это один из самых ревностно охраняемых секретов Арасаки. Подождите, это же... Кабинет отца. Такой же, как в токийской штаб-квартире. И как во всех прочих офисах Арасаки на планете. Во всех деталях и мелочах. Чтобы он мог ориентироваться даже вслепую. Такой уж он человек. Придирчивый, требовательный. Был. Прошу прощения. Вы хотели сказать «был». Символы никогда так просто не исчезают. Вопрос в том, насколько лидеры фракции будут верны ценностям Арасаки, и хватит ли у них смелости признать свою ошибку. Разве на это есть шансы? Больше, чем кажется. Идем. Едем вниз. Я же говорила. Точка доступа к Микоши находится под Арасака Тауэр. Прежде чем мы придем на заседание, нам нужно сделать кое-что еще. Да? У меня есть смутное ощущение, что вы чего-то не договариваете. Потому что я чего-то не договариваю. Проявляю осторожность. А я думал, мы доверяем друг другу. Мы доверяем друг другу. Именно поэтому ты здесь. Хотя в тот раз, когда вы меня похитили, я посоветовалась с ним. С кем? С отцом. Он копировал не только обстановку кабинета. Что? Отосама. Коноитою. Омайва вагаша карану сумио атарайта. Вот это ни хера себе. Сараниа мусуме но юкай ни катанши. Кондо ва муску о хоумури сароу то штеир. Арасака ни зайвен то урами га ару йо да на. Зачем я здесь?
Серьезно? Я забочусь только о себе. Не очень-то хочется окончить жизнь за стеклом. Это все. Мы можем идти. Да, пойдемте уже. Почти у цели. Ты выдержишь? Я чувствую, что скоро загнусь. Давайте быстрее. Да, давайте. Впереди самое трудное. Сюйде аяши угоки га ареба, тадачи ни хококу широ. Ханако-сама, ты... У вас хорошая память на лица, Ода. Ви с нами. Разумеется, Ханако-сама. И это все? Остальные на позициях. Они готовы действовать. Я собрал здесь самых лучших и верных. Верных мне или моим деньгам? Я бы сказал, 20% на 80, Ханако-сама. Хорошо. Надеюсь, этого хватит. Теперь идем. Вы же все знаете. О чем я знаю? О воскрешении Сабура. Я говорил с его конструктом. Что? Он оцифровывал свои инграммы и делал копии на случай смерти. Нет. Он бы сказал мне. Зачем? Чтобы вы не так сильно напрягались, когда его охраняете? Ариен. Чувствуете, Такемура? Найт-Сити снова отвесил вам пинок по яйцам. И на этот раз с разбегу. Если их не убедить, ситуация может выйти из-под контроля. И что тогда? Их тоже надо будет нейтрализовать. Держи оружие наготове. И ничего не говори, пока я не попрошу. Что бы ни случилось... Слушай меня. Их можно просто переселить. В этом архипелаге еще много островов. Слишком много. Я опоздала. Прошу прощения. Ханако, что вы здесь делаете? А где же мой брат? Он сказал, чтобы начинали без него. Ну... Тогда без него и начнем. Начнем что? Обсуждать отстранение Юринобу с поста главы корпорации Арасака. Простите, я не ослышался. Что? Что вы делаете? Вы не можете... Ханако, может, объясните нам, что происходит? Ви, ты сядешь здесь. Вы позволите? Я не позволю вытирать об себя ноги. Это просто неслыханно. Большое спасибо.
Йоринобу убил моего отца и воспользовался его смертью, чтобы развязать свою войну. И вы знали об этом. Все вы. Потрясающе. Бред! Думай, что говоришь. Вот именно. Это все слова. Может, есть и доказательства? Есть. Я привела очевидца. Так и было. Все правда. Я видел это своими глазами. Видел что? Юринобу при мне задушил отца, Сабура Арасаку. Ха, все интереснее и интереснее. Я это подтверждаю. Предателям веры нет. Это серьезное обвинение, но голословное. Если наших слов недостаточно, возможно, вас убедит мой отец. О! Мисаги хатэта ясурами. Арасака-сама? Акаго но йони мамма то дамасарета га. Хиорими шуги ни хаситта га. Изре ни сео. Каре ни мо якуин де ару моно тачи га нанто насакенай. И это? Это должно нас убедить? Дешевый фокус. Махетто. Омай га милите куто мо сенбен сенсо у юрю штей та токи. Ваташи ва ко итта хазу да. Омай ни ва 3つのものが欠けている。自信、知性、そして根性だ。アラサカ様、見たところ、あれから何も変わっていないようだな。это он。アジイ様、что нам теперь делать? ハナコの指示に従え。ハナコの発する言葉は、すべて私の言葉同然だ。Возражение? Да что тут происходит? Похоже, кто-то возражает. Кто включил блокировку? Значит, вот как ты решила проблему, Ханако. Заперла нас здесь, чтобы мы перегрызлись, как крысы в клетке? Что это? Сколько еще уличных попрошаек ты сюда привела? Защищайся! Нас? Он хочет нейтрализовать нас. Я не думала, что он зайдет настолько далеко. Я соберу людей и возьму под контроль Арасака Тау. А ты найди моего брата. Этот лифт едет до верхнего атриума. Оттуда можно попасть на этаж Юрином. Ханако-сама, я могу ему помочь. Хорошо. Только не причиняйте ему вреда. Ваша задача — просто его схватить. Он мой брат. Если ты тронешь его хоть пальцем, наш договор потеряет силу. Я ее защищу. Идите. Так и Ворос. Желаю вам обоим удачи. Впереди опасность. Арасака-сама, вонзай! Нужна помощь! И что тут у нас? Я ошибался насчет Юринова.
директора Арасаки, собственная сестра. Он не просто коварен, он безумен. Ничего. Скоро мы его найдем. Мои люди готовы. Они ждут моих приказов. Что мне сказать им? Мы атакуем в открытую? Я не собираюсь перед ними раскланиваться. Бросаем все силы в бой. Очень хорошо. Сражаемся насмерть. Пленных не берем. Проблема. Они отключили все лифты. Мои люди сейчас отбивают пункт управления. Иди к центральному лифту на третьем этаже. Быстро. Наступали! Не один. Как такой? Еще один этаж. Я вижу там лифт. Позицию! Закройте брешь! Вали его! Противник! Вступаю в бой! Все в порядке. Телохранитель из Арасаки заслоняет императора Японии от пули-убийцы.
2071 год. Служба безопасности Арасаки предотвращает массовые беспорядки в Сан-Франциско и спасает город. 2074 год. Служба разведки Арасаки ликвидирует группу боевиков, которые проводили террористические акты в Рио-де-Жанейро. 2076 год. В укрытие! Служба конной скоро тебе начнет помогать на транс. Готов отвоевать у них этот титул. А Марина Кранера разобрали с дверьми. Можете идти дальше. Упрощать мне жизнь никто не будет. Дело тебе про... Адам Смешер! Я так и знал! Поверь, я в курсе. Я сожгу твою гнилую душу! Скажешь, Джонни, больше нечего добавить. Я уделал эту кучу металлолома. Думаю, этого хватит. Слышишь, Смешер? Только попробуй встать. Киборг сраный. Ты пощадишь это существо. Измениться никогда не поздно. Подумайте об этом. Джонни, за тебя. Правильно. Он не заслуживал пощады. Почти пришли. Я тоже. Помни, причинять ему вред запрещено. Помню. Оставлю эту честь вам. Я останусь здесь. Если я войду в комнату, то убью его. И твой договор с Ханако сама утратит силу. Считай, это моя последняя услуга. Спасибо, Гору. Мне кажется, мы сделали невозможное. Иди, Ви. Закончи то, что мы начали. Жестоких забав, жестокий конец. Ты? Где моя сестра? Скоро будет здесь. Мне велели за тобой приглядывать. Так что давай без фокусов. Каких фокусов? Я все испробовал. Все до единого. Вот. Что ты видишь?
ужас. И жертвы. Их стоило избежать. Избежать? Ты проиграл. Нет, это они проиграли. Киото. Дубай. Париж. У них был шанс. Он упущен. Шанс? Шанс на что? Забыть свой страх. Чтобы люди забыли страх. По-твоему, что? Надо их убить? Прости. Я что-то не понимаю. Страх. С тех пор, как себя помню, в одном ему нельзя отказать. Он знал, как вызывать страх в людях. Сабура. Однажды он мне сказал, любая ценность — это лишь флаг на ветру, а ветер — это страх. А потом он тихонько дунул мне в лицо. Тогда он ошибся в первый раз. А впрочем, это работало. Его боялись и боятся до сих пор. Этих глупцов испугал мертвый дед из коробки. Мерзость. Если бы не ты, я бы все это изменил. Ничего бы ты не изменил. Ты такой же, как он. Хочешь только власти. Власти? Правда. Власти. 50 лет назад террористы взорвали это здание. Да, я слышал. И? Что это дало? Немного. Ничего. Но урок усвоен. Если мало взрывать бомбы, что остается? Самому стать бомбой. Ханако. Нисан. Маттейтазу. Секай га кузуру сару тоги ва. Канаразу омае га соко ни иру. Ямете. Хито но мае йо. Спасибо тебе, Ви. На этом все. Стоп. Еще нет. Я выполню то, что тебе обещала. Ты пойдешь с Хельманом. Ну а вы? Я должна остаться с братом. Пойдем. Посмотрим, что с тобой. Судьба — ветреная дама, правда? В каком смысле? Всю свою жизнь с чем-то борешься, а потом становишься этим самым. В прямом смысле.
Смотри, все получилось. Джонни, Ханака не обманула. Вот смотрю я на тебя и вспоминаю, как мы встретились. И до сих пор вижу перед собой все того же дешевого наемника и мелкого вора, который витает в облаках. Ничего не изменилось. Господи, хоть сейчас не веди себя как мудак. Ты сейчас мне кое-кого напомнил. Прежний Джонни тоже мог с легкостью предать любого. Ему, в принципе, было поебать на весь мир. Погоди-ка. Тебе кажется, что я тебя предал? Хуже. Гораздо хуже. Ты предал сам себе. Не знаю, о чем ты. Так я тебе объясню. Биочип перемешал не только наши воспоминания. Граница, разделявшая Ви и Джонни, уже давно, так сказать, стерлась. Я еще тут, если что. Я знаю, кто я такой и чего хочу. Я. А кто этот я? Ты сам-то знаешь? Я тот Ви, которого бросили умирать на свалке. Ничего не изменилось. Но подожди. А желание драться, посылать смерть нахуй, оно откуда взялось? Ниоткуда. Оно всегда во мне было. Почему ты так в этом уверен? Где гарантия, что воспоминания, к которым ты обращаешься, действительно принадлежат тебе? Нас теперь не разделить. Ты и я одно целое. Если ты решил мне что-то сказать... Значит, тебе самому важно это услышать. Просто хочу поговорить в последний раз. Как раньше. Я тебя слушаю. Джонни, я лежу в операционной. Хирурги Арасаки в эту минуту вынимают из меня чип. Ты же знал, что этим кончится. Знал, что придет день, когда я снова захочу жить своей нормальной жизнью. Да не будет никакой нормальной жизни. Они просто сейчас вырежут кусок из нас. И эта пустота останется уже навсегда. А какие были варианты? Ну, остаться верным себе. Подумать о ком-то, кроме себя самого. Если тебя парит, что ты снова угодишь в тюрьму Арасаки, то не переживай. Тебя просто сотрут. Ты не понимаешь, что ли? Дело не в Арасаке. И даже не в жизни и смерти. В чем же тогда дело, Джонни? Просвети меня. Дело в принципах, Ви. Только в них. Даже если ты сменишь свое тело на хром, или всю жизнь просидишь в брейн-дансе, а тебе будут судить по правилам, которые ты себе установишь. Потеряешься, они покажут путь. Расклеишься, они быстро склеят тебя обратно. Это заветы, по которым жил великий рокер-бой Джонни Сильверхенд? Этому Джонни научился у Ви. У прежнего Ви. Давай не будем затягивать прощание. Может, еще увидимся, Джонни? И спасибо за все. Если бы не ты, я бы сдох. Наверное, не раз. Помнишь, Декс тебя спросил? Тихая жизнь или лучи славы? Конечно, помню. Жаль, что ты выбрал неправильно. Очень жаль. К тому же многие функции мозга еще не восстановились. Нервные импульсы перенаправлены на нейропроцессор. Это временная мера. Когда мне ждать полный отчет? Я вышлю его в конце этой недели. Еще раз поздравляю с успешной операцией. До свидания.
Приготовьте комнату пациента. Где это? Где Джонни? Вам больше ничего не угрожает. Конструкт был удален из всех ваших энграмм. То есть? То есть мы его стерли. Я слышу... Красный? Что? Это переходная синестезия. Пришлось создать новые связи в вашем мозге. Меня сейчас вырвет. У меня что-то с памятью. Как я тут оказался? Некоторые воспоминания утрачены, какие-то потом вернутся. Вам нельзя нервничать. Нейропроцессор и так перегружен. Любые стрессовые реакции ухудшат ваше состояние. Я все еще я? Я умер дважды. Все в порядке. Нет. Я... Кто я? Пожалуйста, выведите пациента. Журнал. Мы не знаем, когда и как начнется восстановление. Удаление опухоли проходило сложно. Труднее всего далась операция на Энграме. Пойдемте. Будет ли корабль Тесея, разбитый и собранный заново, тем... Пожалуйста, выведите пациента. Будет ли корабль Тесея, разбитый и собранный заново, тем же самым кораблем? Мы первые, кому удалось разделить... Даже в Киото. После песни кукушки. Тоска по Киото. Конец. Пожалуйста, отдохните. Скоро к вам придет доктор. Иди сюда. Я тебя жду. Сообщает экстренную новость. Сабура Арасака до сих пор жив. Он воскрес в теле своего сына. Генеральный директор, скончавшийся несколько месяцев назад, объявил о том, что его сознание перед смертью было полностью скопировано. Оказалось, его сознание поместили в тело его сына и наследника Йоринобу Арасаки. Эта сенсация прозвучала на сегодняшней пресс-конференции. Минасан, ираш, суфу айок.枯れ落ちた花は枝に戻らないと言っていました。人は誰も物心ついた瞬間から死を恐れるものです。ついに人類最大の恐怖が克服されました。私サブロアラサカは今息子の体を使い皆さんの前に立っています。 私はかつてヨリノブに生を与えました。彼を愛する父のためにそれを返してくれたのです。私はいない間ヨリノブは会社を変革しようといくつかの決定を下しましたが、これは過ちでした。私の指揮のもとアラサカ社は元の姿を取り戻します。 決して揺らぐことのない強いアラサカが帰ってくることを約束いたします。ご清聴
Аригато гозаймашта. Сегодня воистину исторический день. Сегодня технологии сотворили чудо, которое обещала нам церковь. Сабуро-сан. Пожалуйста, приготовьтесь. Мы скоро начнем. А как же доброе утро? Или у меня хорошие новости? Сегодня по плану серия исследований. Следуйте указаниям. Исследование теменной доли. Пожалуйста, включите сканер Кироши и прочитайте текст. Разные души выбирали себе ту или иную жизнь. Смотреть на это было жалко, смешно и странно. Достаточно. Проверка когнитивных функций. Это головоломка. Пожалуйста, подключитесь к устройству. Тест на создание представлений высшего порядка. Пациент готов к обследованию. Что эти тесты должны тестировать? Запуск настройки устройства. Называйте ассоциации со словами. Говорите первое, что придет в голову, не задумываясь. Путешествие. Одиссея. Дом. Ничего. Враг. Арасака. Принципы. Джонни. Предательство. Арасака. Вы на кукурузном поле. Вокруг зелень до самого горизонта. Солнце слепит вам глаза. Вы идете по полю, раздвигая стебли. На вашем пути оказывается участок, где проехал комбайн. От жары у вас сухо во рту. У ног вы замечаете гнездо полевых мышей. Машина вспорола мягкую почву. Вы видите слепых новорожденных мышат, сгрудившихся вокруг разрезанного пополам тела матери. Они лежат симметрично, словно крошечная роза. Ваш рот начинает наполнять слюна. Все, хватит. Тест нужно закончить. Я сказал, хватит. Проведем его позже. Какой итог? Посмотрим. Проверка моторных функций. Встаньте на беговую дорожку. Моторные функции. Подключитесь к устройству. А что это за исследование? Пожалуйста, идите. Постепенно ускоряйтесь. Черт. Встань. Уходи отсюда. Ah!
Новости на 54-м. Я Джиллиан Джордан. Мир по-прежнему бурно обсуждает тот факт, что Сабура Арасака внезапно воскрес в теле своего сына Юринобу Арасаки. Письмо протеста против такого воскрешения подписали религиозные лидеры, известные правозащитники и главы компаний из списка Virtus.to. Это чудовище, порожденное гордыней, технократической спесью и окончательным падением нравов. Вот наша позиция. Захват власти Сабура Арасакой является явным нарушением международного права. Международный суд, безусловно, обязан вмешаться в это. Хотим ли мы жить в мире, где богатые и могущественные станут бессмертными? Где они смогут отбирать у бедных не только средства к существованию, но даже их... Вы не боги! Вы не боги! Вы не боги! Вы не боги! Жизнь не дала! Жизнь не... Но Сабура Арасака на эту волну возмущения дал решительный ответ. На уступки он не пойдет. Арасака-шанайбуно декигото не канчте. Гайбуно катагата не тоя, как у Юарен Суджайва Аримасен. せを受けることに許可が必要な以上、蘇る子供同様であると考えるべきです。私が息子を殺めたなどという主張は事実無根、法的根拠もありません。合意の上での身体の譲与は一種の寄付に分類することができ、殺人には到底値しません。 殺人の条件は生物学的な死です。見ての通り、この... Пожалуйста, приготовьтесь. Мы скоро начнем. Меня это начинает раздражать. Проверка может показаться утомительной, но ее необходимо провести для блага пациента. Ладно, давайте. Чего тянуть? Проверка когнитивных функций. Решите головоломку. Идем дальше. Подключитесь через личный порт. Тест на создание представлений высшего порядка. Пациент готов к обследованию. Ладно, поехали. Настройка устройства. Называйте ассоциацию на каждое ключевое слово. Первое, что придет в голову, понял? Болезнь. Город. Мятеж. Джонни. Я сама. Смерть. Сегодня. Ад. Завтра. Мятеж. Вы на кукурузном поле. Вокруг зелень до самого горизонта. Солнце слепит вам глаза. Вы идете по полю, раздвигая стебли. На вашем пути оказывается участок, где проехал комбайн. От жары у вас сухо во рту. У ног вы замечаете гнездо полевых мышей. Машина вспорола мягкую почву. Вы видите слепых новорожденных мышат, сгрудившихся вокруг разрезанного пополам тела матери. Они лежат симметрично, словно крошечная роза. Ваш рот начинает наполнять слюна. На землю надвигается тень. Первая в этом году дождевая туча. Данные получены. Можно переходить к проверке моторных функций. Пожалуйста, встаньте на беговую дорожку. Моторные функции. Личный порт. Что, прошлого раза не хватило, да?
Начинайте ходьбу. Это бессмысленно. Остановить. Сегодня тесты закончены. Канал связи разблокирован. Можете позвонить домой, на землю. Привет, это Джуди. Я не могу ответить, потому что как раз сейчас пакую вещи. Если ты не знаешь почему, значит я решила тебе не говорить. Если ты Ви, я тебе позвоню. Может быть, когда перестану беситься. Привет. Ты, блядь, охуел? Чего? Что случилось? Поудивляйся мне тут еще. Я говорила с Виктором. Ты, блядь, вообще где? На орбитальной станции Арасаки. Без понятия на какой. Да мне насрать на какой! Опять решил в героя поиграть? Ты же у нас крутой! Попросить помочь нельзя было! Как видишь, нельзя. Так, блядь, хватит! Не беси меня! Возвращайся на землю, пока тебя там не угандошили! Рад был тебя услышать. Я тебя тоже, засранец. Давай, возвращайся. Привет, как сам? Привет! У меня такой же вопрос. Если честно, дела не очень. И что я могу с этим сделать по телефону? Я просто хотел поговорить, Вик. Слушай, ты же знаешь, что насчет поговорить я не очень. А Мисти уехала из города. И что мне теперь делать? Собраться и что-нибудь решить? Мы же знаем, ты вполне себе это можешь. Да. Спасибо за совет, Вик. Так и сделаю. Привет. Привет. Ты не вовремя. Что-то срочно? Просто хотел поговорить. Прости, говорю же, не вовремя. Я тебе перезвоню. Привет. О, привет, Ви! Ха. Слушай, сейчас начнется последняя серия игры корпоратов. Давай я тебе позже перезвоню, ладно? Мне надо с кем-то поговорить. Я на орбитальной станции. Тут херово. Как тебя туда занесло вообще? Ну, долго рассказывать. Если тебе там херово, возвращайся. Надо сначала эти тесты закончить. Ой, да ничего тебе там не надо. Просто свали оттуда. О, начинается. Все, пока. Проверка когнитивных функций. Решите головоломку. Несколько недель между корпоратами.
Арасака и Мелитех наблюдается рост напряженности. Многие обозреватели и аналитики ожидают перехода конфликта в горячую фазу. Напряжение усилилось после того, как новый директор Юринобу Арасака прямо заявил о причастности корпорации Мелитех к смерти своего отца Сабуро. Однако внезапное возвращение покойного босса Сабуро Арасаки, кажется, сгладило конфликт между конкурирующими мегакорпорациями. Кейзоку ва чикара нари. Арасака-ша но кихон ринен дес. Мушку но Юринобу ва коно котоба о васуре. Асетте хенка о мотоме сугимашта. Ваташи га текмиката йоша ни то цузуките та киокун. 完璧なものを変える必要はない。 これが真理なのです。 以上となります。 Сабуро Арасака и президент НСША Розалинд Майерс договорились о личной встрече, чтобы заложить основу для сотрудничества. Первый шаг к примирению сегодня сделал генеральный директор Арасаки, выведя из Найт-Сити почти полтора десятка единиц бронетехники. Эй, можно вопрос? Сколько еще осталось этих тестов? Нам нужны очень точные данные. Я так больше не могу. Когнитивные функции. Головоломка. Садитесь. Называйте ассоциации со словами. Говорите первое, что придет в голову, не задумываясь. Преданность. Джонни! Называйте первую ассоциацию на каждое ключевое слово. Быстро и не задумываясь, да? Человечность. Джонни. Встаньте на дорожку. Говорите быстро и не задумываясь. Ви. Дайте мне поговорить с Ханако Арасакой. Сейчас. Когнитивные функции. Это головоломка. Бля, получилось. Когда я нашел тебя среди мусора, ты выглядел точно так же. Вставай. Такамура, что вы тут делаете? Я пришел, чтобы поговорить. Тебя держали здесь, в этой коробке, несколько дней варварства. Вы специально прилетели забрать меня домой? Меня попросили с тобой поговорить. Ладно, так что вы хотите мне сказать? К большому сожалению, ничего хорошего. Я скажу прямо, операция ничем не помогла. Ты умрешь еще до прихода зимы. Что? Я не понимаю. У Арасаки же лучшие специалисты. Нет, нет. Операция прошла успешно. Но изменения были настолько сильны, что с ними не смогли ничего сделать даже корпоративные нейрохирурги. Это же, блядь, Арасака! Пусть придумает что-нибудь! Пожалуйста, поверь мне и выслушай мое предложение. Еще не все потеряно. Какие тут могут быть варианты? Я на вас рассчитывал, а вы все просрали. Присоединись к программе, сохрани свою душу.
Ханако-сама дала разрешение. Ты покинешь это тело, и Арасака будет хранить твою энграмму в Микоши, пока не найдет способ перенести ее в новое тело. Хранить? А почему меня сразу не переселят? На современном уровне технологий это невозможно. Тогда почему это, блядь, было возможно для Сабура? Он оказался в теле своего сына. Схожесть тканей облегчила пересадку. Твой фенотип из-за действия биочипа стал уникальным. Арасака не нашла для тебя подходящего тела. Не знаю, как-то мне это не нравится. Если я соглашусь, со мной смогут делать что угодно. Не волнуйся, тебя защитит контракт. Подпиши его, и ты будешь жить. Там написано, что ты отказываешься от прав, но это формальность. Прогресс опережает закон, поэтому инграммы пока не считаются личностями. То есть я стану корпоративной собственностью? Как и многие звезды брейн-данса и политики. Программа успешно работает, ни одной жалобы на нее не поступало. А если я скажу нет? Клиника не тюрьма. Ты можешь собрать вещи и вернуться в Найт-Сити. Я бы на твоем месте согласился, но выбор за тобой. Не торопись, подумай. Ладно, я решил. Я хочу вернуться домой, на Землю. Ты там умрешь, Ви. Вы хороший человек, Такамура. Вы мне нравитесь. Спасибо, что прилетели сюда ради меня. Но кое-чего вам не понять. Никогда. Чего же именно? Вы не знаете, как прекрасно быть свободным. Ты говоришь так от отчаяния. Подумай еще немного. Нет. Я никогда не забуду вас и то, что мы с вами выдержали вместе. Прощайте. Прощай, Ви. See me, you're like a ghost, how you